Погодка сегодня хорошая. Так, сейчас будем делать ворота. Вот первый каркас. Сейчас тут место сделаем. Ах, тоже перевалить. Трудно сказать. Вот папа сделал каркас для ворот, заезд во двор. Классно сделал. Все, красота. Ладно, я шучу, конечно. Классно. О! Обалденно. Четко. Катится вообще четко. Классно. Все четко. Ну-ка. Вот ворота уже стоят. Каркас стоит. Сейчас будем до конца его делать. Теми, да? Как там? Сигакс. Я не знаю, не смотрел. А, взял это сверло, чтобы сразу просверлить? Сейчас я возьму. Сейчас. Сразу все приготовить. Это обалденный говно, да, у тебя? Дрявый. Ну, перчатки, значит, он... Смотри, если некоторые перевернуть, переворачивать наоборот, чтобы наружу было красивее. Ну, да, вот какая-то фондовая. Пойдет. Или тоже их оставить тут? А это прикручено уже давно. Пальцы? На 6. Чуть-чуть, по-моему, ниже, да? Слушай, переверни этот кривой. Попробуй наоборот. Она срезана тогда на угол. А тут вон так сделано. О, вот это нормально, смотри. Даже тоже на угол срезано. Подожди. Ее там доски. И туда где-то сделать, да, где не видно будет. Что это за качество? Почему так некачественно росло дерево, да? Ну, и закидывают, обрезают быстро-быстро сейчас. Так, оно? Поехали. Ага.
Надо будет все вытащить. В середину толкнуть чуть-чуть. Досочки. Можно? Нет? Все? А я говорю, не хватит. Давай тогда я возьму этот. Снизу прихочу, попробую, серединка не пойдет, да? Эти старые остались, когда черные уже, знаешь, остались уже. А середина все не пойдет? Давайте я попрашиваю, нужно красить их. Сейчас я... Вот готовые ворота. Сделали с папой. Папа сам. Все. Здравствуйте. Вот и ворота открываются. Как классно. Да, вот. Классно все придумал. Вот ходит она по этой, да? Да, валу поставил я. Уголок. Ролики. Сейчас так закрывать, она будет как ходить. Классно, классно. Вообще супер. Легко открываются, легко закрываются. Все нормально, все замечательно. Все красиво, да. Я доволен. Ну да. И хорошо сделали. Да. Заезд теперь большой, все, да, хорошо. Широкий заезд.